Даже большой путь начинается с первого шага. Приветствую вас на канале Moonlight. Сегодня я хочу свалять мордочку кота. Буду я этим заниматься впервые. По ходу буду рассказывать, какими иглами я пользуюсь. Номера у них у всех разные. Буду рассказывать свои ощущения. Это не мастер-класс. Я буду делать это впервые. Посмотрим, что у меня получится. Вырезаю кружочки диаметром приблизительно 8 сантиметров. Вообще-то желательно, конечно, порвать эту префельд или шерсть, да, но у меня уже он немножко свалявшийся, и это от другого проекта осталось. Ну вот у меня поэтому получилось 11,5. Не сильно стараюсь аккуратничать. Как получится, так получится. Морда больно здоровая будет, но я думаю, валяется. Думаю, 3 кружочка хватит. Беру самую толстую иглу. Так, самая толстая нить подхватила. Грубый, толстый номер 25. И начинаю соединять, или как это там по-русски, уплотнять вот таким вот образом. По всей окружности, по всей площади. Занятие это не быстрое. 3 диска я сваляла, так что они уже не отделяются друг от друга. Я ищу середину и отмечаю место, где у меня будут глаза. Делаем отверстие для глазок. Ох, не так-то это или и просто, нужно хорошее шило. Вот это вот замечательное шило, оно очень хорошо проткнуло, а ножницы ни в какую. Купила я глазки в рукодельном магазине, попробую их вернуть, такую тоненькую дырочку. Увы, ничего не получается, нужно искать шило с более толстым диаметром. Здесь у нас резьба, поэтому стараюсь ее закрутить. Нет, она не закручивается, она просто, как сказать, насаживается. Дело в том, что я с этим первый раз не иду. Поэтому для меня это тоже откровение, как это все делать. Некоторые люди говорят, ну, я в комментариях почитала, ну что ж ты не профессионал, а чему ты тут учишь? Ну, ведь я же предупреждаю, что это не мастер-класс, я просто показываю, да, киса, что я чему я учусь и хочу показать этим. Если уж я могу это сделать, то любой из вас тоже с этим справится. Вот только с этой целью. А вот с этой штучкой я что-то справиться не могу, она у меня не налезает. Короче, век учись. Ой, век живи, век учись, дураком помрешь. Вот такая штучка, я не знаю, видно это или нет. И вставлять ее нужно именно вот так вот, как она смотрит, а не так, не полностью вверх. Ну, короче говоря, если будете это делать, разберетесь, пару раз сделаете, сразу научитесь. Так она вставляется очень даже легко.
Все, я прижимаю. Два глаза у меня готово. Смотрите, уже на кошку похоже. Рисуем мордочку. Начинаем с переносицы. Между глазок. Поскольку у меня уже готовый префельд есть, я просто сверну треугольничек вот такой и вырежу. Или конус. Конус это называется. Ух ты, какой большой получился. Ну, посмотрим, он же все-таки уваляется. И вот такими аккуратненькими движениями, не очень быстро, чтобы не заехать в глаз коту, я приваливаю иголочкой. Иголочка у меня все еще толстая. И выковыриваю мусор из своей шерсти. Шерсть я не перебирала. Это та остатки от коврика, который хотел быть жилетом, а стал коврик. Вот я вырезала коврик, а кончики у меня остались. Сейчас я уваляю, приваляю по кругу, а потом буду уже уваливать. Вот такой носик, как у клоуна, у меня получился. Поскольку я делаю это в первый раз, то я для себя вот решила. Вот этот валик сам не трогать, здесь вообще не накалывать. Ну, разве только тихонечко. Значит, я по внутренней окружности приваливаю. И по внешней. Ну и здесь тоже можно тихонечко пройтись. Главное не увалять до плоскости. Соединим носик и щечку. Вот таким вот образом. Щечки приваляли, теперь будем формировать носик. Посмотрите на своих котиков, а я посмотрю на своего. Вот носик. Сейчас я буду это вот так вот уваливать, чтобы носик был выпукленький. Теперь сделаем накладку на лобик. Кружочек вырежу. Даже не кружочек, а вот какая-то капелька получилась. Да, мой хороший, что ты кричишь?
я вот эту складку уваляю. Уши сделаю из треугольников. Складываем пополам, сверху и сзади. Будем закреплять. То есть спереди и сзади. Главное, чтобы уши были одинаковые. Креплю прям ухо ко лбу практически, ну и второй туда же, а потом уже разверну как получится, разверну как мне надо вернее. Сейчас я возьму иголочку потоньше и начну его уже разукрашивать. Вот такой смешной котик у меня получился. Если у меня это получилось, значит у каждого это может получиться. Кстати, в интернете очень хорошо делает котиков девочка из Японии. Ну, я уж точно не могу вам сказать, из Японии она или из Кореи, но если наберете, то найдете, если будет желание увидеть, как это делают профессионалы. Я делаю первый раз.